Ежегодно летний сезон в Подмосковье не только время беззаботного отдыха, но и повод для беспокойства, связанного с открытием пляжного сезона. Теме безопасности на водных объектах уделили особое внимание на еженедельном совещании главы муниципалитета. Очень важно, чтобы люди четко знали, где можно купаться, а где нет, и какие правила поведения на воде и на открытых водоемах. В Одинцовском округе 2 пляжа и 10 мест массового отдыха людей у воды. Гарантом того, что зона соответствует всем необходимым требованиям, является ее включение в перечень мест для купания на территории Одинцовского округа на предстоящий сезон. До того, как собственник территории, где оборудуется пляж, заявится на открытие, то есть на декларирование данного пляжа. То есть предварительно зона, водная зона под покрытием воды должна быть обследована водолазами, взяты анализы воды, проверена скорость, допустимая скорость течения. Данные зоны отдыха оборудованы постом со спасателями и всем необходимым для оказания первой помощи на воде. Также должны быть обозначены границы акватории, в частности для купания детей. Для привлечения внимания посетителей организована громкоговорящая связь и размещены флагштоки с желтыми и красными флагами. Соблюдение правил станут контролировать мобильные группы, в состав которых войдут сотрудники администрации, полицейские, инспекторы МЧС и волонтеры. А жителям округа следует избегать неорганизованных для купания мест. Елена Краева, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцово».